Здравствуйте, с вами программа «Канал Максимадзе». И сегодня у нас вновь рубрика, которая называется «Моды на игру «Как достать соседа», которые присылают подписчики или просто гости канала. И сегодняшний мод называется «Neighbors from Hell, Neighbors Affairs». Давайте вместе с вами окинем взором этот мод и посмотрим, хороший он или так себе. Поехали! Итак, менюшка здесь выглядит вот так вот. Давайте включим музон. Так, такая вот менюшка, ну, довольно простые кнопки, но тем не менее выглядит неплохо. Еще анимация вот такая вот есть. Сделал его макс 10. Он тоже ютубер, снимает ему разные, когда соседы, что у нас тут? Blood Portal помогал еще. Первый снял Антон, я такого вообще, кстати, не знаю. Азар Геймс, Кореш Студио. Это у нас... Когда садила соседа. Короче говоря, он тут поменял много чего. Короче говоря, первые шаги дома. Давайте посмотрим. Хочешь увидеть дом Вуди? Заходи сюда, запасись едой или чаем и начни развлекаться в этом моде. Ты не нарушаешь правила карантина. Ничего я не нарушаю, спасибо. Давайте посмотрим. О, вау, нифига себе. Погоди, что было написано? Я хочу почитать. Кстати, вот чуть-чуть по цветам изменено. Привет, думаю, ты знаешь, как играть, поэтому скажу правила карантина. Господи, ты боже мой. Ты, кстати, находишься у дома Вуди. В доме Вуди. Это первоначальный дом Вуди. Короче, хоть болтать, чувствуй себя как дома. Кстати, как тебе дом Вуди? Мне нравится. Кстати, кухня, это кухня Вуди. Я в курсе, да. Это из комиксов Игнатия Шубича. Есть такой Игнатий Шубич, ютубер, который комиксы всякие делал. И вот он такой дом для Вуди создал. Social Media Life Production его еще записали в разработчики ремастера. Вдохновились им, наверное. Ну и все. Не забывал прочитать, ну ладно. Может быть, вы увидите. Может быть, вы прочитали за меня. Готовка пудинга. Вы можете рисовать на дверях. Нифига. Сосед решил приготовить пудинг. Так как пудинг очень вкусный, сосед не хочет ни с кем делиться. О-о-о. После громких шумов миксера сосед идет жрать свои конфеты, чтобы успокоиться от этих звуков. Ну, Вуди думает, что сосед недостоин пудинга и решает испортить ему эту готовку. Сложность уровня нормальна. А что, будет и сложно? И легко? Ого, ничего себе. Неплохо выглядит. Прикольно, прикольно. Что маркер на полу валяется, можно взять. А, я взял уже. Эту дверь нарисовать можно. Неужели реально на дверях рисовать можно? Странно, но... В аптечке и... Здесь нет ничего. Конфетки есть. Вот это вот хрень есть. Взрывная карамель. Ну, это, я так понимаю, надо вот сюда. Что написано? Вкусная взрывная карамель. Нельзя очень быстро мешать, или будет сладкий взрыв. А, ну тогда точно сюда.
Тогда точно прям сюда это надо. Стопудово прям надо это сюда. Так. Вау. Хорош. А что с конфетами делать? Мусорка был, там была. Так, а что с этим-то делать? А, вот оно что делает. Проглядели, ну ладно. В мусорке, наверное, что-то есть для конфет. Давайте посмотрим. Да, так и есть. Дебильные лимонные конфеты. Как я сразу мусорку-то не додумался посмотреть. Кнопка, кстати, другая здесь. Кнопка паузы здесь такая вот. Измененная. Все, больше ничего нет. Все цифрики процентов все белые. Не разноцветные. Ого, ничего себе. Так, уровень сложности легко. Хорошо. За столом. Обычный день. Сосед решил поесть мясо. Он купил в магазине 2 килограмма мяса. Конечно, он один это все не съест. Позже он привезет мясо Ольге и маме. Сосед ест мясо на столе, слушает новости, а потом берет еще кусок мяса и опять его ест. Вуди не хочет видеть это все, поэтому он помешает соседу наслаждаться мясом. Следите за геем... Ой, господи, каким геем? Следите за гем... Сосед у нас гем... Гем зовут соседа, что ли? Тем! Или все-таки гем? Но тут непонятно. По-моему, тут г, а не т написано. О чем думает сосед? Ну, тут реально плохо видно. На г больше похоже. О чем думает сосед? Так вы поймете, куда он направится. Понятно, понятно. Короче, не будем вот эти заставки смотреть. Вот это вот, я так понимаю, так, 6 пакостей здесь у нас. Унитаз, конечно, надо бумагу. Так, в комоде ты ее взял. Не будем пока идти, он, наверное, пойдет на кухню сейчас. Так, вот с мясом что-то можно сделать. Кстати... Когда с того момента, как вышел последний видосик по модам, больше ничего не выходило. На удивление. Ух, как я успел-то. На удивление. Ладно, я телек уже не успею испортить. Чего он не бугуртит, кстати, ничего. Минутку, тут еще что-то взять можно. Вот тут раз, два, пакость. Тут третья. Ну да, ну, а, ну все тогда. Мы все сделали, получается. А, нет, не все. Тут разноцветные еще есть немного.
Пульт прикольный, конечно. Так, что дальше? Первый день осени. Эх, а вот у нас уже весна. Не забывайте про мусорки. Да, вот я в первом уровне уже забыл. Сосед в первый день осени решил заняться странным. Он берет трубочку, потом идет курить, потом смотреть за соседкой. Каждому прохожему не нравилось, чем занимается сосед. Вуди помнит правило: курение убивает. Ну, можно написать еще: курить здоровью вредить. И решает испортить это дело. Сложность уровня легко, хорошо. А следующий какой, кстати? А тут не написано, кстати. Вот здесь написано легко. А вот здесь сложно уже. Ну ладно. Хорошо, вот здесь не написано. Ну ладно, хорошо. Мне кажется, я не туда нажал сейчас. Я правильно? Я не ту серию выбрал. Не ту серию я сейчас выбрал. Где же он будет курить, интересно? Только не говорите, что в ванной. Нет, все-таки не ванна. А что это со шкафом такое? Как будто пластилин какой-то на нем налеплен. И на телефоне тоже, кстати. Так, раз пакость, два пакость, три пакость. А, блин, бежим. И еще надо три. Четвертая вот здесь. Пятая. И микроволновка еще, я так понимаю. Так, не забывать про мусорки, сказали нам. Хорошо. А, пасмурная погода, кстати, вот здесь. У нас солнечная погода сегодня, но ветреная. Замерзнуть можно. А, кстати, если прислушаться, то можно услышать, что то ли дождь идет, то ли еще что-то. Хотя самого дождя не видно. О, кстати, окно тоже соответствует под этот, оно такое серое. Автор молодец, респект ему за это большое. Вроде бы гроза как будто на улице, но дождя нет. Некоторые игроки реально умудрялись сделать так, чтобы моргал фон. А это означает, что как-то можно сделать анимацию, чтобы дождь там был. Я надеюсь, что когда-нибудь это сделаю. Это кто-нибудь сделает. Надо разобраться, как это делается, и, может быть, самому даже такое сделать. Ну, хватит уже смотреть. Иди к микроволновке скорее, блин. Ну и все, прошли этот уровень. Так, а здесь, кстати, какая сложность? А, тут вообще никакая, нет сложности. Так, ой, господи. Куртка в стирке. У соседа сегодня случилась трагедия. Унес одежду и упал. Испачкал всю одежду, которую купил, в том числе, которая одета. Приходит домой, берет одежду. Почему не с большой буквы написано? Следующее предложение. Кстати, у него одинаковое все.
стирает, потом одевается. Также сегодня он купил фиалку Сьюзи, чтобы скучно не было. И аромат в доме был. Берет лейку, поливает Сьюзи. Почему с маленькой буквы написано? Потом одни и те же. Раздельно вообще-то пишется. Одни и те же действия. Будете надеяться, что сосед отучится падать из-за какой-то фигни. Сосед любит мед, хорошо. Уровень сложности легко. Ладно, запомним. На следующий будет уже сложно. Так, ночь. Ночь. Я обожаю ночь. Обожаю ночные уровни, да. О, даже вот про это окно не забыли. Ну тут не совсем аккуратно нарисовали, конечно, но могли бы получше, если там по пикселям прям рисовать аккуратно. Ну и вот здесь тоже. Блин, ну ты вообще говна кусок. Что это за кровь тут? Непонятная. Ваксу это не сюда случайно? Нет. Мы что-то взяли уже. Ну может Ваксу тогда на стенку? Или на шкаф? Сет хотел улучшить шкаф, но что-то не так пошло. Блин, ну ты вообще говна кусок. Извините. Но так оно и есть. Стиральная машина вот. Так, мусорку здесь. Мусорка здесь недоступна. Так, корзину с одеждой. Может опять ее грязью полить. Одежду эту. А здесь ну что? А, я понял, это, наверное, на лейку надо применить. Нет, скорее всего. Испортилось все, что ли? Да. Очень грязная одежда, блин. Просто опупеть, какая грязная одежда. Так. Ну и ничего же с ней не стало. Спасибо за игру, спасибо, что сыграли в третью демо-версию игры. Новую версию я уже делал. Так какой? Это же еще не все. Вот же еще один уровень. Конец 2004 года. Долгожданный 2005 год уже идет. Ого, как давно. Вот бы вернуться в то время, кстати. Мне года еще не было. Долгожданный 2005 год уже идет, а сосед тем временем пьет винцо с мандаринками. Потом сосед идет к раковине, дабы удалить этот мерзкий запах из-под мишек. Ой, фу. После этого сосед идет к телевизору, опять с маленькой буквы. Включает его. Включит его.
Ждет премьеру, радуется, бросая конфеты. Но Вуди знает, что сосед подарков не заслужил и решает все это испортить. Что не вышло, давайте узнаем. Уровень, сложность уровня сложно. Ого. Интересно, насколько же сложно сейчас будет. Помни, плитка не всегда помогает тебе в ванне. Второе. Проверяйте все по два раза. А вот и Новый год наступает. Кстати, снег более-менее грамотно удосужились наконец-то сделать. Хоть кто-то. Что не светится в темноте, а нормально прям выглядит. Это что, лимон? Так, я надеюсь, он сейчас не пойдет в ванну сразу. Блин, ну ты вообще говна кусок. Ладно, в ванну пока не пойдем. Переносной холодильник. Прикольно. Вот у некоторых, вот те, которые делали моду, у них снег светится прямо еще. Что вообще нереалистично выглядит. Вот здесь хорошо сделано, вот здесь неплохо. Не идеально, но хорошо, неплохо. Так, мусорка. Лимонное ведро. Где-то микроволновку. Мандаринки. Сюда, наверное? Или нет? А что он включил? Телевизор, что ли? А, вот это вот хлопушки надо положить, наверное, или нет? Какой маленький дезодорант. Хе-хе, как невкусно, да? Минуточку. Плитка не всегда помогает в ванне. Только не говорите, что я зря сейчас положил мыло сюда. Испорченную. А, испорченную надо сюда. Ой, это что так? Это что сейчас было вообще? С Новым годом, блин. Мне не нравится, конечно, что вот так вот выглядит. Что видно, что Вуди видно, но Вуди возвращается. Плохо это сделано, конечно. Вот оно в чем дело-то. Так, ну вот здесь вот еще пакость. Потом еще где-то. Так, ну я же все вроде бы сделал. Еще одна пакость осталась какая-то. Вот только какая, я что-то не могу понять.
Может быть, вот это вот глюка бы не произошло, если бы я бы мыло положил бы на кухне. Да ладно, фиг с ним, давайте закончим уровень уже. Хорошо. Просто реально непонятно, какая еще одна пакость. Ладно, короче говоря, я... Этот, как бы нам его оценить-то? Хороший он или так себе? Этот мод получился хороший. Мне понравился. Мод реально неплохой. Ладно, на сегодня мы, наверное, закончим. С вас лайкос, подписывайся, а с меня эпичные видосы. Если вы тоже делаете свои моды на игру, когда соседы, и хотите их показать, то присылайте мне в группу ВКонтакте, там в обсуждение можете прислать. Мне там удобнее всего посмотреть. Можете мне в личку ВКонтакте написать, а также можете скинуть в комментариях под видео. Ладно, всем пока.